в принципе, смысл вообще жить для чего? Ну, да, понятно, да, это работа, это зарабатывание денег. На что можно потратить деньги? Это можно еду, на отдых. Что спасибо за отдых. Отдых – это обращение к прекрасному. Это искусство. Театральное, изобразительное, музыкальное, неважно. Люблю посещать театр, как бы спектакли, оперу, вот, музеи. Культуру в основном смотрю по телевидению. И оперу, и балет, и другие музыкальные произведения. Очень хорошо, потому что я сама занимаюсь этим. Я как бы люблю это. Ну, а чем ты занимаешься? Я рисую, делаю подделки. Я даже однажды сделала свою книжку. Она там, на ней был очень красивый фон. Там как бы была зверушка. Скорее, наверное, театр. Да, театр. Да. А что любите театр? Ну, как бы живое, интереснее смотреть, чем кино, там, по телевизору, там, не знаю, на компьютере все-таки, когда там люди играют, живу, как-то больше эмоций. Ну, люблю искусство, да, художественное, театр люблю. Ну, как отношусь? Нормально отношусь, как все порядочные люди. Я, да, себя отношу к любителям искусства вообще, я люблю. Мы из другого города приехали, и я из Ковдора, и у нас там не особо так всегда бывает. Тут мероприятия связаны как раз с культурно-массовыми мероприятиями. Если приезжают, допустим, какие-то звезды, но они приезжают очень довольно редко. И вот сейчас мы сходили в ваш дворец культуры и купили билет на Стаса Пьеху. Положительно. А какую сферу искусства для себя выделяете? Что у вас особенное? Художественная картина. Все, что связано с хореографией, с балетом. Я просто много лет занималась хореографией. Для меня это вот было интересно. Это на уровне городского ничего. Ничем не интересуюсь. Как же искусство, да, не любить? Без этого нельзя. Одна единственная жизнерадость еще какая-то остается в наше время. Последний раз большое впечатление произвел театр в Петрозаводске. Театр, по-моему, музыки он называется. Музыкальный театр, по-моему. Большой настоящий театр с ярусами, со всеми ложи, партер. Вот. Шел балет «Дон Кихот». Вот. И даже впечатление больше произвел, наверное, не само представление, а само посещение театра этого. В прошлом году мы были в Сочи. Мы ходили на концерт, сейчас скажу кого, Филиппа Киркорова сходили, мы посмотрели, Валерию посмотрели. Так, в прошлом году сначала концерт Владимира Кузьмина в Сочи. В Питере, когда бываем, можем посетить пару театров. Это был «Каменный цветок», когда я сходила. Мне там очень все понравилось. Я купила себе сережки и очень красивое ожерелье. Вот здесь ходила на «Каменный цветок». Это последнее. А до этого ходила, концерты вот были в прошлом году, позапрошлом. Я работаю во Дворце культуры. Принципиально не хожу ни на один концерт во Дворце культуры, потому что считаю, что отдыхать на работе – это очень скучно. А любимый мой театр – это Мариинка в Санкт-Петербурге. И когда у меня появляется возможность туда сходить, это великое счастье. Ну, наверное, в Питере вот последний раз был, там вот мы в театр ходили, какую-то пьеску там была, название тоже не вспомню, но вот там, года 2-3 назад был. Самый-самый последний – это, наверное, было в Крыму. И то это, наверное, был цирк. В нашем городе ходил это самое. Я, правда, не помню, на какой концерт мы ходили с женой. Мы ходили на какой-то концерт. О, это вопрос интересный, конечно, так. Так, это было не в Апатитах, к сожалению. Это было... Да, молчу. Это правда, это было за границей, не здесь, к сожалению. Что, секрет? Да, можно так сказать.